Пончик Дэн? Мужик, ты на пончик не похож. Доброе время суток, меня зовут Дарт, добро пожаловать в новую игру под названием Shadowrun Returns. Ну как новую? Естественно, я играю в старье. Потому что я пытаюсь прорваться сквозь свою стимовскую библиотеку, которая такого размера, что мне плохо становится порой. Вот. Это у нас RPG, киберпанковская RPG. Ну, в которой есть эльфы, орки, тролли и немного магии. Вот, для пущего эффекту. Так что вот, надо что-нибудь убить. По-любому что-нибудь убить. Вот, ну давайте начнем. Так, компания у нас только одна. Уровень сложности меня устраивает. Так, ну, поехали. Так. Окей. Угу. Три дополнительных очка кармы. Эльфы. Один к обаянию. Максимальное обаяние 12. Так, один к силе воли. Максимальная сила воли 11. Ага. Так, урки. Тролли. Тролли тупые, как пробки. Так, наверное, человек. Самурай? Окей. Пусть будет самурай. Так. Маги. Ничего, характеристика сила воли. Это значит, что, наверное, дворф будет получше. Хотя, три кармы. Что такое карма? Ладно. Не, это плохая идея. Фига себе, техники. Шуман. У шамана есть енот. А, то есть медведь, кот, там, койот, орел, это все понятно. Енот. Что курили эти шаманы? Ладно. Так, декер. Хакер, что ли? Ладно. Так, не, полюбак маг. Так, ну это сила воли. А, это значит, что мне скорее всего нужен дворф. Где, что есть карма? Так, ладно, тут есть что-нибудь такое. По-моему, он похож на нового русского. Ладно, дворфа мне просто не сильно охота играть. Ну и лицо у вас, ребятки. Оу, окей. Я буду Максом Фишер, так. Цвет кожи. Тьфу ты.
какая-нибудь прическа поинтереснее тут есть? Вот, нормально. Так, цвет волос. Нормально. Борода. Бороды нет. Отлично. Так, ну, к сожалению, тут нет нифига похожей рожи. А пусть будет так. Какая к черту разница, да? А, о! Угу. То есть карма это экспа. То есть плюс 3 кармы к человеку, это офигенно. Да, это меня радует. Так. Физический урон. Так. Дальний бой. Сила, интеллект, сила воли. Неплохо. Так, а что если я все-таки сделаю дворфа? Так, дворф, у тебя есть какая-нибудь прическа по офигении тоже? Нифига себе коса. Дворф с дредами, нормально. Так, сейчас. Сейчас. Все будет. Ладно, пусть будет дворф с дредами. Есть вот нормальный какой-нибудь. О! О! Вот это другой разговор. Так, борода. Дед Мороз! Похож, не по... Вот это вроде оно. Похож? Похож. Плюс один к силе воли. Да, так как это маг, я думаю, это будет получше, может быть. Нифига себе! Так. Обаяние. Так, сила воли хорошо. Так. В дальнем бою. То есть, если в принципе попадание, то есть так, в дальнего боя. То есть, так как по мне явно будут стрелять из пушек, мне это тоже не помешает. Ладно, так, возьму-ка я ружо. Что это? Так. Ага, предположим. Так, но мне нужно что-нибудь к магии. Это что? О, это неплохо. Это что? Я не знаю, что это, но пусть будет. Так. Так. Ну. Так, обаяние. Это шаманство. Шаман это договаривается с духами. По-любому. Окей. Стиль общения. Ну, тут явно и корпорация. Так, кто такие раннеры? Без понятия. Личные банды. Сделки. Ну, то есть я дворф, маг и, судя по всему, металюга! Металл! Да, так, ладно. Да, пусть будут банды. Потому что все равно большую часть времени, небось, придется по трущобам шариться. Окей. Ну тут вообще без вопросов. Так, я надеюсь, я не опечатался. 3 часа ночи. Что я делаю в 3 часа ночи? Почему я не сплю? А,
Вопрос странный, да, почему я не сплю в 3 часа ночи? Потому что я опять затупил в какое-нибудь видео или просидел на ютюбе сверхположенного времени. Так, тараканы и те разбежались в поисках лучшей доли. То есть, короче, в доме жрать нечего. Так, ребят, вы эту квартиру не свои собственные списывали ли? Жрать тут нечего. У меня есть остатки чаю немного. У меня есть провода и комп. Все, все, что есть в этом доме. Абсолютно все. Остального здесь нету. Вот. Ладно. Так, деньги кончились. Ну, все как всегда. Надо что-то менять, полюбак. Окей. Тык. До конца недели. Вот подстава. Быстро. Так, ну, перед тем, как лезть записную книжку. За год сломать комп. Да мне бы кондрашка хватило. Так, ладно. Нет никаких планов, окей. Так, отвечает. Да, вот мертв. Ранен, мертв. Сам вот сранер, скорее всего, в запое. Правильно, что еще делать? Сангома. Два, коротышка, жерба, скачил или убит? Окей. Оу. Круто. Так, что у нас тут есть? Важных предметов нету. Статы. Статы хорошо. Обилки. Обилки это тоже, в общем, неплохо. Я шикарен. Так, киберимпланты. Броня, обилки, предметы. Неплохо. Угу. Так, это меню. Окей. Отложим планшетик. Звонок. Мужик, а ты тот, который в запое? Да, похоже на то. Ты где был? И он такой вот пиво пил. А, ты... Мертв. Мужик, ты крут. Потому что как можно ухитриться позвонить мне, если ты откатился? Ну и... Мужик, научи. Я тоже так хочу. Ну да, опустил он меня. Да, большой куш, очень большой куш. Ладно. Придется иметь дело со мной. Да, некоторым не везет в жизни, очевидно. Флешбеки сходу. Да, берем быка за рога. 3 года назад. Окей. Сангома шаман. Я главный, ладно, Ларри. Так.
Мы дождемся бабла. Бабло. Пока на пьяном на дело не ходил. Ну да, ну да, это пока. Это пока. Считаешь, они заложили? Ну да. Ты пьян? Не верю. Не верю. Так, ну он маг. Руки вверх ему не котируются. И сколько тебе заплатили? Ну-ну. Да, с меня выпивка. Фига себе. Так. Так, перемещение так, туда-сюда, ага, так, ладно. Найти работу хоть какую-нибудь. Так, ладно, предлагаю сначала заныкаться. Так, отлично. Так, это медведя. Неплохо. Так, ты, у тебя спелов нету, здесь пистолет-пулемет? Что-то беретта? Ладно. Ладно, так, начнем с того, что хилка. Похоже с кулдауном. Так, ладно. Начнем с того, что засадим тебе. И... Реваншейс, расстояние. А ну-ка. Ах ты черт. Так. Так, что там про тота медведя было? Так, да, надо хилиться. Так, варианты. О! О, неплохо. Тотем будет. Вполне ничего. Ау!
Так, СПВ. Тебя нафиг, я тебя убью. Да. Так. Что, я не могу сам себя похилить? А ты подстава. Ладно. О, крит. Оу. Супер, супер. Мужик отлично стреляет. Так, прицелен на кулдауны, понятно. Отлично. Отлично. Оу. Так, ну что-то такого следовало ожидать, наверное. А ну-ка. Ух! Половиненный урон? Ну это не серьезно. Так. Мне не понравился возникший тут черепок. А так, еще один ход. Оу, хороший выстрел. Граната. Ууу. Нифига себе. Так, а тотем там откатился? Тотем откатился. Хорошо, сколько он стоит? Так, а ну-ка давай-ка мы жахнем тотемчику. Так, жить буду. Стильнуть себя могу? Не могу, обидно. Так, из предметов только ресурка. Ну, тогда мы засадим тебе. И засадим тебе еще. Так, мне тут хватит явно только на один выстрел. Займи шаманом. Половина урон. Ага. Так, ладно, это интуитивно понятно. Ау! Ух ты! Шамана вызывать демонов? Давай фонарили. Все духлые, как я не знаю что. Да ты собака сутулая. О, так, хорошо. Это просто чудесно. Дайте мне себя похилить. Ура. Так, и... Так, черт, здесь кулдаун. И всадить тебя. Ей! Вот, это другое дело. Так, пум-пум-пум. О, отлично. Да хватит стрелять в меня, собака такая. Сдохни. Сдохни, я сказал. Черт. Умри. Yes. Он в порядке. Я почти сдох. Ладно, молодца. Бордель поуютнее, ну... Хороший план на жизнь, да. Не, надо залечь на дно тут. Да.
Но только вот залегание как-то вышло не очень, ладно. Окей. Окей. Так, ну-ка, ну-ка. Окей. Мы все выясним, они за это заплатят. О, я нашел работу. Зашибись. Окей. Пора возвращаться в Сиэтл. Окей, поехали. Посмотрим, чем дело кончится. Так. Руки-ноги. Законный поставщик органов. Во-первых, стоило назваться, наверное, рога и копыта, а во-вторых, законный... Насколько законный? Ладно. Окей. Окей. Угу. Так, вас движет камера, это хорошо. За этой линией только эти служащие. Посторонним вход запрещен. Окей. Мужик. По-моему, это дворф. Похож. Да, точно дворф. Несколько больше, чем следовало бы. Окей. Окей, прикинемся официальным. Да, я бы удивился, если бы они охотно сюда сувались. Окей, про деньги эти не буду говорить. Потрясающе! Да. Потрошитель изумрудного города? Тынк. Печень. У чувака, который не вылезал из запоя, уперли печень. Нафига тебе фактически мертвый орган?
Окей, значит, выяснится, что у первой жертвы с сердцем тоже была какая-нибудь болезнь сердца. Что у нас происходит с селезенкой? Я не помню болезни селезенки, но потрошитель забирает поврежденные органы и будет строить из них модель для демонстрации нездорового образа жизни. Местный гринписовец, я не знаю кто. Здоровый образ жизни, короче. Меньше пить, меньше курить там. У кого-то легкие скоро упрут наверняка. По-любому. Орк. Споры, местный детектив. Ну, судя по его виду, да. Так, а что у нас тут, а? Медкомплектик. Так, ну-ка. Вот. Угу. Так, визитка. Союз белошвеек. Ортель портных, что ли? Ну ладно. Деньги забрать. 300 денег. Так, фиолетовая рубашка. Так, записка. Ика Джессика. Окей. Так, ну теперь перетрем с этим парнем. Из надежного, ну. Повешавшийся хирург. А не Дрезден ли это? Потому что он выглядит сильно помешавшимся. И... Я слежу за тобой, дворф. Ты у меня на подозрении, собака такая. Да. Ладно. Окей. Да, не отмазывайся, не отмазывайся. Тык. Ну-ну. Ну вообще, так, ладно. Да, я само обаяние. Ну, у меня оно хорошо прокачано на самом-то деле, да. Не, это у меня сила воли хорошо прокачана. Ну. Да, да. Взятки. Так, поподробнее. Компроматик. Кейс. Материя. Угу.
Я за тобой слежу, дворф. Я за тобой слежу. Ладно. Да. Вот в чем он прав. С покойниками как бы попроще прийти к взаимопониманию. Они, ну, более благожелательно настроены. Что в этом духе. Так, ладно. Две кармы. Ну ладно. Так, две кармы. Две кармы, это, наверное, хорошо. Могу ли я их на что-нибудь потратить? Конечно, могу взять улучшение дальнего боя, но... А что там дальше? Ну контратака это оружие ближнего боя, да? Бурецы? Может, зря я потратил очки на ружье? Наверное, зря. Стиль общения. Очки призыва духов. Наверное, все-таки зря я взял винтовку. Ладно, там, где там сопротивляемое заклинание было? Окей. Все, кармы больше нет. Ладно. Оп. Что это у нас тут лежит? Так. Комплект, медкомплекты. Так, тут что-нибудь есть? Ничего нету, ну ладно. Ага. Хм, 21 по Цельсию? Как-то жарковато для морга. Однако... Ну это много объясняет, да. Все время, но это преуменьшение. Так, стоп. Я тебе про деньги ничего не говорил. Откуда ты знаешь? Телепат, что ли? Да. Ладно. Окей, надо бы. Обновление. Ну вон. Так.
Не, ну, прямая кишка дело важное, я не спорю. Очень важное дело, ну и грязное, конечно. Да. Как тебя самого? Мужик, научи, а? Мне б тоже так не помешало. А, ну, постоянным клиентам, да, полагается скидка. Угу. 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 Снаряжение, окей. Окей. Окей, винтовка. Ну да. Шутки о Кеннеди. Так, да, давай, расскажи мне о банде. Угу. Да, прикончить его это я могу. Понеслась. Стрелочка. Стрелочка. А, понятно. Ладно, пошли. Так, кстати, мне там... Оу, красота-то какая. Ну ладно. Раз уж я выбрал винтовку, то почему бы мне ее и начать использовать? В конце-то концов. Пустоши придутся не по вкусу. Ну, конечно. Ладно. Тайник? Тайник, это хорошо. Мужик, что значит, где здесь остановка? Ты на ней стоишь. Оп. Угу. Ох. Так. Угу. Так, мужики, меня вся эта фигня не устраивает. А ну, с дороги. Ну, а тебе еще, да. Вот это мне нравится. Так, у тебя пистолет и нифига. Маг? По-моему, у него были шаманские татуировки, а не мага. Ладно. Гори. Сжечь еретиков. Ух. Слушай, а ну-ка. Так, опробуем-ка автоматик. Другого у меня там вроде нету. О, у него есть прицельный выстрел. Он от тебя в затылок. Отлично. Хм.
да, да, да. Тут я прекрасно знаю, где ты ночуешь. Окей, разобраться с бандой. Так, что я там подобрал, говорите? Стрелка из меня, конечно, не важный. Так, имплантов нету, важных предметов, по-моему, тоже нету, да? Да. Окей. Окей. Ладно. Ладно. И в чем проблема? А сколько их и сколько заплатишь? Угу. Так, а ты чё? Еще с чего это мне тут нарисоваться? Ага. Окей. Так, ладно. Вторая стрелочка. А ну-ка сходим на рынок. Торговля как сорняк. Ага. Окей, так. Мужик, разговор есть. Так, ну это значит, что они вернутся завтра. Это значит, что денег мне не перепадет. Почему нет? Ох, нифига себе! Ох, нифига себе! Так, ладно. 4 урона. Так, о, у меня есть прицельный выстрел, точно. Ага! Вплотную из автомата не нравится, да? Так, где дробовик? А, ладно, просто тебя пристрелю. Ну-ка. Так, какие у тебя вообще статы-то? Ага, черта с два тут написано. Так, верните мне наверх это все. Так, ну, наверное, да. Бумс. А, черт. Да. Чуть для здоровья. Одна карма. Окей. Так, у меня есть одна карма. Никуда я ее не дену, да? Ну да, целая одна карма. Конечно. Так. А мое состояние? 30 из 30. У тебя по полтиннику. Так. Самый распространенный автомат в мире. АК-97. Ну, не 47, и то лучше. Технология хоть куда-то шагнула. Да, конечно. Угу.
Угу. Почему все начинается с того, что мне тут же всаживают в табло? Я предлагаю тебе получить магию. Фиговая идея. Я предлагаю тебе получить метким выстрелом. Очень меткий. Ладно. Так, тогда я предлагаю тебе получить с огненного шара. Гриритик! О, неплохо. Так, это уж с прицельного выстрела. Черт. Хау. Мазива. Дробаш. Окей, это дело так оставлять нельзя. Оу. Это я плохо придумал. Это я очень плохо придумал. Ты вообще живой там? Не очень. Сдохни! Чудно. Спел. Отлично. Умри, засранец. Оу. Неплохо. О, чудесно. Так, ну ща ты у меня получишь. Так, шансы на попадание 50 на 50, да? 75. Прицельный. Пойдет. О! Я не Джейк! Все бразили. Товарищ. Так, у меня лечения нет, ладно. Какой резистовый тролль-то, а? Давай ты прогоришь! Половиненный, ладно. Оу, неплохо. Окей, умри. Ого. Подставы я не ждал, конечно. Ну, с другой стороны, я сам подставился под огонь, очень сильный. Где я окажусь? Чёрт. Ладно. Ладно. Так, мы это все уже видели. Оу. Оу. Так, на этот раз они, помню, попадают. Окей. Мне это не нравится. Так, а ты... Чудо. Ау! Ты вообще фонарил. Магий! Магий!
Отлично. Так, ну я думаю, буду выбирать все то же самое, что и раньше. Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше. Правильно. Правильно. Окей, так, здесь то же самое. Здесь. Окей. Так, и снова идем на рынок. Так, ХП. Блин, ХП не отрегинилось. Конечно, то, что они по мне в этот раз попадали, это не самое хорошее, что со мной случалось. Так, а тут я попробую по-другому. Так. Ау! Так, ну, по крайней мере, не с дробовика в табло. Уже лучше. О! Вот это по-другому, другое дело. Оу! Больно, наверное. Как ты мог промазать фаерболом? Так. Да вы все издеваетесь. Где деньги? Так, что с моим ХП? ХП никакое. Так. Стоп. А не может ли вот этот товарищ взять и меня немного хильнуть? Не? Ладно, черт с тобой. Пойдем. А, но с другой стороны, я все равно тратил один медкомплект. Поюзать я тебя никак не могу в небое, да? Ну ладно. Так, это мы все еще уже видели. Так, у того мужика дробовик. Дробовик это плохо. Ну-ка. Да вы издеваетесь. Ты еще фаерболом промажь. Вот другой разговор. Ау. Да, ты тоже мужик косой. Так, и... Так, ну это бесполезно. Так. Цель не видна. А ну-ка. Отлично. Отлично. Ау. Так, там прицельный выстрел не откатился, нет. Значит, будем поливать тебя магией. Чудесно. Так, тут тоже не откатился.
Но откатился фаербол. Да я не Джейк! Что ж такое тут творится-то, а? Где на мне написано, что я Джейк? Так, и покончим. Так, у меня есть еще возможность хильнуть. Хильнуть, а то я убру к чертям. Так, отлично. Ай-яй-яй-яй, умри. О, ты еще жив. Умри, сказал. Отлично. Так, одно очко кармы. Хорошо. Ну, идем. Куда бы там нас не вела стрелка. Пончик Дэн? Мужик, ты на пончик не похож. Так, я не буду пока у тебя покупать пончики. А ну-ка. Пять раундов. Так, это... Ну, понятно, это временные бафы. Окей. Бабло. Отлично. Что тут происходит? Так, пончик, иди сюда. Окей. Что-то взятку в 100 мне давать неохота. Я понимаю, что она, скорее всего, сработает. Ну-ка. Так,
Тут еще видел тролль. Вправо был киберпротез, что за имплант? Хирургический. Ага. Тролль со скальпелем. А ну-ка. Окей. Ха. Отлично. Так, донышко пробирки. Ты что такое? Ага, так, ты что такое? Так, смотрите. Чек. Койот. Ага, окей. Так, забрать одеяло. Получена карма. Окей, еще. Ух, много кармы. Так, ладно. Уильям, на тебе твои вещи. Так, карма. Пять кармы, офигеть. Так. Я думаю, это мне не помешает, это что? Так, это фигня. Так, доп. Ячейка для заклинания мне пока не нужна. Я могу, конечно, прокачать проворство для огнестрельного оружия. Кстати, отличная идея. Сначала я вложусь в... обаяние? Ой, ёлки-палки, не та кнопка. А! Так, я вложусь тогда вот в дальний бой и в обаяние на остальные три кармы. Потом будем уже... Вот, по-моему, неплохо. По-моему, неплохо. Так, и мне тащиться... А, недалеко. Ой, прекрасно, в общем-то. Фух, так, только надо, наверное, пошустрее.